вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И одна моя подписчица попросила снять туториал. Когда вы проводите кисточкой, либо пальцами по лицу, и у вас остается след галактики. Давайте посмотрим мой пример, если вы запутались в моих объяснениях. Скажите, очень круто! И, кстати, вот аккаунт этой девочки, и давайте смотреть ее одно видео. Раз, два, после пяти, мама, папа, прости, я сошла с ума. Я сошла с ума, я сошла с ума, мне нужна она. У тебя очень круто получилось, продолжай в том же духе. И как всегда в каждом видео завал приветиками. И сегодня от меня получат каналы Аня Стар, Снежана Онг, Варя Шинг, Карина, Молли, Вероника Бро, Вероника Шевченко, Дарья Кэт, Идеи ТВ, Карина Флай, Катрина Шишкина, Настя, Катя Реборн, Кира Экстрим, Кирилл Ферипов, Марина, Мисс Кира, Кис. Ясминка, Лоло Ша, Настя Найс, Лиза Фокс, Никита Плей, Оля Сидорова, Сонечка Квай, София Плей, Стефа Слоумо, Веселые Ребята, Рейнбоу и Никита Котик. Привет! Это реально завал приветиками. Мне очень приятно, что все меня просят передать привет. И как всегда смотрим еще одного видеолайкера. Вот ее аккаунт, и давайте смотреть. Ты такая милашка! Я хочу тебе посоветовать, пиши больше хэштегов, и особенно Снежана Снежок, и тогда у тебя будет больше лайков! А другим подписчикам я хочу сказать, пишите мне в лайк, а не в ютуб, потому что когда я вбиваю ваш ник, мне выскакивает очень много людей, и я не могу найти именно вас. А еще я буду смотреть тех лайкеров, которые активны на моем канале. А прежде чем мы начнем, поставь лайк этому видео. Подпишись на меня в лайки и на меня в ТикТоке. А теперь давайте начнем. Для этого видео нам понадобятся краски синего или зеленого цвета. И если вы хотите еще поменять кофту, нужна и кофта зеленого цвета. Вот я делаю. У меня, конечно, футболка с принтом, поэтому я делаю ее задом наперед. Зайдем в лайк и выберем музыку, под которую мы будем снимать. Я выберу вот эту. Нажимаем присоединиться. Смотрим, хорошо ли нас видно. Да, хорошо. Теперь можно начинать снимать. Возьмем краску, откроем и макнем пальцы. Так. Теперь мы поставим краску, включим и будем краситься. Я, наверное, очень смешно выгляжу зеленая. Посмотрите на мои пальцы. Я Гринч! Теперь начинаем монтировать. Зайдем в интернет и скачаем несколько картинок. Это может быть планета или галактика.
чтобы можно было выбрать не только фотографию, я напишу слово GIF, чтобы была анимация. И на записи экрана запишу анимацию. Зайдем в Кеймастер, нажмем на плюсик, выберем размер 16 на 9. Нажимаем меди и выбираем. Я выберу 2 видео и 1 фотографию. Вот эти 2 видео. И вот эту фотографию. Теперь я выделяю эту галактику и хочу ее перевернуть. И нажимаю на значок повернутого телефона. Переворачиваю. Нажимаем на лейер. И выбираем наше видео, которое мы сняли с зеленой кофтой. Увеличим видео до нужного размера и подставим так, чтобы не было видно надписи Кайнмастер. Теперь нажимаем на хромакей. Ползунок Enable включаем. И ползунками подстраиваем, чтобы закрасилось у нас только все зеленое, а не мы. Давайте посмотрим, что у нас получается. Подстраиваю первую галактику до щелчка. А чтобы звук у нас не становился тихим, нажимаем на настройки и выключаем ползунок. Получилось очень круто! Можно сохранять! Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу, экспорт, no thanks. Подождем, пока она загрузится. Еще раз на стрелочку и save видео. Все, наше видео сохранилось! Ну на этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось, и оно было вам очень полезным. И вы снимете такое же видео. А когда снимете, пишите хэштег Снежана Снежок, чтобы я могла вас лайкнуть и подписаться. Всех люблю! Пока-пока!